Добрый день, друзья. Видео, посвященное Нива, едет ли с кондиционером. Двигатель стандартный абсолютно, 1.7, без всяких доработок, как видите. В машине с женой вдвоем, ну, небольшой прицеп, отвозил мусор. Садимся, едем по трассе, закрываем окна, включаем кондиционер. Сейчас где-то примерно градусов 29-28, тепла. Все покажем, как в динамике едет автомобиль, не едет. Так, смотрите, заводим автомобиль, включаем свет, видно. Чтобы включить кондиционер, вот эта вот кнопочка нажимается, и она будет работать только когда включите вентилятор. Видите, первое положение, все, кондиционер заработал. Закрываем окна. Время 9 часов вечера. Так, ну это сейчас двигатель просто стоял нагретый. Да, сколько сейчас градусов примерно там показывает у нас? Ну, покажи мне. 28. Ну, 28. Ну, когда... Да, вот 28 градусов. Держи. Все, окна закрыли. Ну и поедем, посмотрим. Сейчас выезжаем на трассу. Прицеп будет немножко скрипеть. На небольшом подъеме стоим. Вторая. Поехали. Оборотов переключились. 73 500 оборотов переключились. Литров на 100 километров. Вот именно на 95-м бензине.
Это, вы знаете, даже если я катаюсь с кондиционером. Но сейчас или вечер, то что воздух попрохладнее, почище, двигатель работает совершенно по-другому. Но когда солнце, когда жара, все равно по-другому двигатель работает. Ну вот смотрите, почти фокус. Ну да, так же 110, идем спокойно. Поэтому никого не слушайте, покупайте Нивы с кондиционером и ездите. Конечно, на покатушках или где-то на пересеченной местности с кондиционером двигателя вам хватать не будет. Это однозначно. Вот, четвертая передача, переключаюсь. И это с учетом того, что сзади прицеп болтается. Ну, это плюс, наверное, как один пассажир, наверное. Потому что прицеп пустой, легкий. Ну и по поводу прошивки автомобиля еще раз хочу сказать, что прошивать надо по-любому, ребят. Я прошивал несколько раз разные прошивки, вот сюда заливал. У нас человек один занимается, на гарантию это никак не влияет. Вот многие сразу начинают вопрос задавать. Ясно, я прошил что первый, что второй автомобиль. Третья передача, переключился. Разгон. Автоматически блокировать оси и
тут же их будет разблокировать, когда им не будет какой-то нагрузки идти. Ну и напоследок давайте. Кондиционер у меня включенный. Здесь у нас подъем идет. Хороший подъем. Четвертая передача вот сейчас у меня включена. 60 километров. Смотрите, вот газ нажимаю. Идем на подъем. Оно потихонечку, видите, обороты набирает двигатель. Ничего не цокает. Спокойно, спокойно едем с вами. Ну и итог этого видео. С кондиционером ездить можно. Если не нагружать по пересеченной местности, не ехать, то есть если спокойно будете ехать с точки А в точку Б, двигатель вас вывезет, кондиционер вас охладит. По самоблокам вещь хорошая, ставьте, ну, можете посмотреть на мои ролики, на мои видео. То есть в свободной гражданской езде тоже они вам помогут, ну, в зимний или в осенний период, когда грязь там или снег. Все, на этом видео заканчиваю. Есть вопросы, пишите, отвечу. Подписывайтесь на канал, будьте здоровы и всем пока.